Пушка сзади многотоннажный КамАЗ Ларгус. При заезде получается на арку. В сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. Вика, всякое место посмотрю. Там весь не видно. Какая же это вызови? Конечно. А мне кажется, вообще два взрыва было, нет? Просто если бы это была ракета, она бы и это задела, и второй мост. В любом случае. Навязайте сразу. Вообще. А нужно не делать.